С 1 марта отменяется обязательная регистрация сделок с недвижимостью. Президент России Владимир Путин внес закон о соответствующих изменениях в Гражданский кодекс. В первую очередь это касается договоров о купле-продаже, ренте, дарении, аренде. Как нам рассказали в управлении Росреестра, это своего рода послабление для граждан, которые теперь не будут оплачивать госпошлину за регистрацию сделки. А вот обращаться за регистрацией права в структуру все равно придется. Ровно как и предоставлять все необходимые для процедуры документы. В принципе, гражданам на сегодня вот законодатель сделал такую, скажем, легкую уступку. Они не будут платить пошлину за регистрацию вот этой сделки. То есть, если раньше обычная сделка стоила, по денежным выражениям, госпошлины платили в среднем 2000, да, 1000 за регистрацию сделки и 1000 за переход права, то теперь вот эта 1000 за регистрацию сделки, она не будет уплачиваться. А вот регистрация сделок по ипотеке и долевому участию в строительстве по-прежнему обязательна. Специалисты говорят о грядущем обязательном нотариальном удостоверении сделок, но пока это только в будущем.